Так, привет, гайз, это Топ Дота, и сегодня у нас какой-то странный, необычный видос, что-то типа Дота экспериментов. Кроме этого видоса, кстати, есть еще один, который я записывал с одним челиком, про него я скажу в конце. Ну а сегодня мы будем взрывать 1000 крипов, ну или выживать 1000 крипами против 1000 мин. В общем, что-то такое. 1000 крипов, 1000 мин. Посмотрим, что из этого выйдет. Я совершенно не знаю. Сейчас, наверное, буду минут 20 это все спаунить. Я поставил двух аксов, чтобы они тут отгоняли крипасиков, которые стоят на линии, потому что я криворукий и по-другому не знаю, как с этим справиться. Вот, поэтому, чтобы эти крипы не взорвали мою 1000 мин раньше времени, я поставил аксиков. Сейчас буду все это спавнить, и чудом монтажа мы переместимся уже на тот момент, когда все классно, и уже можно смотреть, как это все отлично взрывается. Так, ребята, ну вроде бы я справился. Тут получилось побольше, чем 1000 на 1000. Тут просто какая-то дичь творится. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот примерно как-то так это выглядит со стороны Radiant. Это то, чем мы будем взрывать наших бедных ребят. И вот как-то вот так это выглядит со стороны Dire. Это просто ужас. Я, кстати, протупил. Надо было создавать крипов дружественных и мины со стороны Dire, чтобы легче было это все контролить. Но теперь уже ничего не поделаешь. Будем как-то с этим справляться, с этим контролем диким. Я не знаю, это просто надо все мышкой выделять, потому что на хоткей это не бидится. Это все типа вражеские юниты, и поэтому проблемка. Сейчас уберем аксов, посмотрим, как это все будет взрываться. Я не знаю, это, наверное, просто партиями их как-то отправлять, потому что всех сразу их даже мышкой не обвести. У меня они в экран не влазят, и уже даже просадочки по FPS начинаются. А вот сейчас, когда все начнет взрываться, я думаю, что Дота может вообще крашнется. Я не знаю, что произойдет. Так, давайте вот этих крепасиков зачистим всех мерзких. Потому что они нам не нужны совсем. Так, и все, наверное, уходим. Уходим этим аксом, уходим этим аксом. И сейчас начнется просто взрыв 2016, не знаю, теракт. Так, вот давайте вот сначала вот этих подведем куда-нибудь поближе. Господи, посмотрите, просто как-то все пролагивает. FPS 46. Хотя на деле вы видите, что тут просто 4.6, наверное, или что-то типа того. Так, еще целая куча крипасов. Господи, посмотрите на это. Это напомнило мне тот видосик, который мы записывали. Там тоже было настолько эпично все. Хотя здесь, по-моему, крипов еще больше. Господи. Их казалось, что меньше там. По-моему, их тут намного больше 1000. Я сбился где-то на, не знаю, 666-м, когда их спаунил. Так, ну что, как думаете, переживут ли они вот это? Мне кажется, что это просто изи для минера. Это изи фарм, изи бабки, изи 6 слотов. Потому что мин тут реально очень много. Я их на квик-кастах ставил. Очень быстро получилось. Намного быстрее, чем заспаунить эту вот орду. Просто как в Варкрафте, не знаю. Это ужас. Так, ну что, давайте взрывать все-таки уже. Для этого же мы тут собрались. Я не знаю, что сейчас будет. Я думаю, что это просто краш Dota 2. Поехали. Блин, не, надо как-то это все красиво, чтобы... Так. Надо все это красиво, чтобы все одновременно пошли. Давайте вот как-то вот так вот. Опа, и вот этих вот тоже сюда. Так, ну давайте смотрим. Атака на мид просто сквозь башню, сквозь, не знаю, сквозь все подряд. Жаль, нельзя тут отдалить это все. О боже, пошло дело. Господи Иисусе. Не, все, у крипов, по-моему, шансов вообще нету. Посмотрите просто, сколько еще много мин и сколько... Блин, а крипов-то тоже много. Я думал, они уже заканчиваются. Мы сейчас трон спушим. Вот видите, они как-то по чуть-чуть бегут и взрывают сразу целую кучу мин. Если бы они бежали вот так толпой, то их бы и толпой разрывало. Господи. Не, крипы заканчиваются. По-моему, это как какая-то равная битва. Как неравная версута, только равная. Блин! Неужели крипы закончились? Как так? 4 крипа осталось. Мы, по-моему, за несколько секунд просто ушатали больше 1000 крипов. Это было что-то жуткое. Так, того у нас осталось еще
где-то мин 15, наверное. Тысяча крипов просто благополучно умерла. У минера бабок, у него и было 9999, но стало просто, не знаю, миллиард. Вот 269 крипов, это, по-моему, залагло, потому что крипов тут было намного больше, чем 269. Это просто какая-то дичь. Так, ну, в общем, вот такая вот непонятная штука у нас получилась, я не знаю. Если хотите, я попробую заспаунить просто, ну, вот, чтобы вся сторона за речкой был, это были крипы, если у меня компьютер не взорвется от такого. Если будет просто очень много, я не знаю, дота крашнется или нет, попробуем крашнуть доту, попробуем их всех взорвать, заспаунить просто тут все минами, и будем смотреть, как это прекрасно все взрывается. И если хотите, можете еще, кстати, глянуть видосик с канала Афони Домового. Мы там делали битву просто 1000 крипов на 1000 крипов. Это было даже еще более эпичнее. Мы там еще воевали, потом сами включились там на Никсе, на Баратруме. И смотрели, кто победит, какая из 1000 крипов. Я там Ну ладно, не буду спойлерить. Можете сами посмотреть по ссылочке в описании, это еще на экране день появится. Ну и ставьте лайки, если вам нравится такой трэш. Не знаю, нравится он вам или нет, но мне по фану такое смотреть. Поэтому, может быть, и вам, почему бы нет. Опять 5 крипов откуда-то взялось. Не знаю, может, взорвем вот эти мины. Так, давайте эти сюда, эти сюда. Ах, хорош. Всего чуть-чуть мин осталось. В принципе, если бы чуть поумнее их пустить, то можно было бы все мины взорвать. Так чуть-чуть осталось. Ну, в общем, вот такой видосик. Всем удачи, всем пока.